Мужик стоит и торгует свиньями. Ну, покупатель подходит. Мне, говорит, пожирнее свинью, говорит. Поросенка, говорит. Ну, вот этот, говорит. Ну, покупатель взял ее зубами за хвостик. Говорит, 45 килограмм. Ну, положил продавец на весы, говорит, о, как вы это угадали. Да у нас это наследственное, у нас все могут так. Правда? А ну, покажи. Ну, вот отец говорит, сынок, иди сюда. Покажи, что ты умеешь. Ну, достают новую свинью. Сынок взялся зубами за хвост, говорит, эта свинья 20 килограмм. Положили на весы точно 20 килограмм. Отец говорит, сынок, иди за мамой, сбегай. Пусть она тоже покажет. Ну, он сбегал, обратно приходит. Мама, говорит, занята, не может. Вот о чем она там занята? Да там этот почтальон пришел. Вот она его извешивает, как свинью.